Приветствую вас на моем канале Брови Потух. Всем подписчикам, всем гостям моего канала, всех приветствую вас. Итак, наш канал посвящен интерьерам и красоте, в которой мы создаем своими профессиональными руками, с большой любовью. Конечно же, с большой любовью мы это все делаем. Итак, мрамор. Имитация мрамора из венецианской штукатурки. Это то, что не дает нам ни сна, ни покоя уже долгое-долгое время. И поэтому мы взяли в руки инструменты, конечно же, профессиональные, и начали его имитировать. Имитировать мы его начали с самых сложных задач. Самых сложных имеются в виду эти мраморы, вот которые вы в данный момент видите. Это сложные, потому что они многоцветные, они многослойные, они многофактурные. Чтобы создать такой мрамор, нужно обладать некими художественными навыками, а также знать художественные приемы и трюки. 300 практических советов. Я бы так назвал это видео, но видео называется, конечно же, «Имитация мрамора». Я немножечко коснусь этой темы и чуть-чуть донесу до вас, возможно, какие-то практические советы. Естественно, мы не можем рассказывать всех секретов в данном видео по причине той, что секреты передаются от учителя ученику в процессе, конечно же, обучения. Но кое-что вы сможете подчеркнуть из этого видео, и именно здесь, на YouTube, можно задавать вопросы, чтобы получить на них ответы, конечно же. Поэтому именно сейчас берем свои клавиатуры или экраны и набираем комментарии с теми вопросами, которые вас интересуют по данной теме. Пишите вопросы. Пожалуйста. Постараюсь ответить вам, может быть, не в ближайшее время, но все-таки ответить. Но в той мере, конечно же, в которой могу, не раскрывая секретов на видео. Это просто ознакомительное видео с техникой. Вы можете подсмотреть кое-что, конечно же. И что-то, возможно, вас подтолкнет и вам подскажет. И завтра же вы понесетесь на какой-нибудь свой новый объект и примет это на вооружение. Это будет здорово, это будет кайф. Надо образовываться, надо себя образовывать, постоянно обучать. С той же любовью. Может быть, завтра какой-нибудь мастер понесется на работу, взяв это на вооружение. Мыслью, наконец-то я увидел, наконец-то я схватил тот момент, который я долго ждал и искал. Ну, никакого секрета, может быть, я не раскрыл, но зато вы именно увидели то... Не успеваю за тобой, братан. Именно то, что вам не хватало, что вам необходимо. Это будет офигенно, это будет здорово. И поэтому смотрите это видео. Если вам нравится, то подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, стучите в колокольчик и пишите комментарии. А самая лучшая оценка этого видео будет, это если вы этим видео поделитесь с друзьями, которые как раз жаждали знаний. Круто будет. Может быть, как раз ваш друг искал эту технику. И вы поделитесь и сделаете своему другу добрый поступок, приятное. Ну и нам тоже будет приятно, потому что это будет внимание к той нашей тяжелой работе, которую мы проделываем каждый раз, снимая видео и лазя по стенкам в пыли строительных работ. Смотрите видео, смотрите, как мы делаем. Смотрите, наблюдайте, возможно, вы увидите что-то, направление, движение. Все важно. Учитывайте каждый момент. Посмотрите. Возможно, вы увидите подсказки для себя, такие, которые вам... За этим проектом полностью наблюдают. Которые вам не скажет никто. Но совет, который я могу вам дать, не делать ничего одинаково, пожалуйста. Не делайте одинаково. Это самый главный постулат нашей работы. Ребята, подумайте, что там сделать. В следующий раз, когда вы возьмете в руки венецианский шпатель, кельму, и пойдете к стене,
Вооружитесь, пожалуйста, этим советом. Вооружитесь этим советом и идите к этой стенке уже как на боксерский поединок. Я так подхожу к этому. Каждая стенка для меня это вызов. Понимаете? Новый вызов. Лестницу отдайте нам. И главное, подходите к этому с большой любовью. Иначе нельзя. Иначе быть не может. Иначе никак. Как по-другому вы будете свою работу делать успешно? Как? Если только не чрезвычайно любя свою работу. Чрезвычайно любя. Я подчеркиваю это слово. Как вы можете шедеврально делать свою работу, только как не с большой любовью? Ну да, доработать напильником надо еще. Вот Серега мне советует, правильно говорит. Так давайте коснемся прожилок и всего того, что наполняет мрамор и что нам так нравится в этих камнях, это прожилки. Инструкция есть, напильник прилагается. Я не могу, допустим, научить с помощью этого видео кого-то, потому что использую каждый раз какие-то новые приемы. Их нету стандартных. Поэтому работа всегда смотрится живо, потому что там ничего стандартного нет. Дерзайте, смотрите, смотрите, копируйте, потому что копирование тоже очень полезно для освоения материала. Вы, может быть, с помощью копирования подчеркнете для себя что-то важное. Смотрите, каждая прожилка, она имеет разную толщину. Если вы поймете это, то значит, моя работа сделана не зря. Значит, я достиг цели. Вот в этом будет кайф. Если просто посмотрим на видео, еще больше людей попробуют свои силы в этом. И у кого-то получится. Все, значит, я достиг цели. Значит, я коснулся вашей души, которая жаждала взять в руки инструмент и сделать что-то такое, от чего захватывает дух. У меня каждый раз захватывает дух от того, что я делаю. Реально, ребята, я вам советую это просто, даже если вы этим не занимаетесь, просто сделать это для хобби. И еще один совет. Не делайте мрамор аврально, как будто у вас кто-то подгоняет. Делайте это от души настолько, насколько вы уже сами себе смогли бы ее сдать, эту работу. Вот вы заказчик для себя. Вы себе эту работу даете или нет? И вот после этого уже... Опыт достаточно большой. После этого уже можете финишировать. После своего удовлетворения. Сравните ее с камнем, свою работу, да, с натуральным. Посмотрите, что вам нравится, не нравится. Добавляйте до той поры, пока не будет вау. И еще наша, конечно же, наша награда. Это когда заказчик говорит такие слова, как: я не ошибся в вас, я не ошибся в мастере. Мне повезло, что я нашел такого мастера. Представляете, какие это золотые слова. Как это вдохновляет, вы не представляете. У нас именно такие отзывы были на этом объекте. От хозяина и от хозяйки этого дома. Это было очень тепло. Поверьте, это такой отзыв искренний. Они даже до сих пор наши подписчики и смотрят, что мы дальше делаем. Вот эта конверсия, представляете? Даже ради этого стоит работать тщательно и вдохновленно, понимаете? С огромным энтузиазмом. У меня есть уже немалое количество заказчиков, которые являются моими подписчиками. А также подписчиков, которые являются моими заказчиками. Представляете? Ну это здорово. А если еще какой-нибудь ваш заказчик приведет своего друга там как клиента, все, тогда вообще состоялась именно та химия, ради которой вообще все это затевается, ради которой мы работаем, понимаете, о чем речь? То есть это конверсия такая очень здоровская. Вот когда уже довольная ваша физиономия смотрит на работу и вы удовлетворены, вот тогда можно уже приступать к полировочке. Полировка, ребята, тоже это очень такой скрупулезный момент. И во многом это зависит от инструмента. Не жалейте денег на инструмент. Полировка это очень качественно должно быть. В процессе создания этого мрамора заказчик к нам обратился с просьбой сделать ему
еще одну стену. Вот это вот нам было вообще самой, наверное, лучшей наградой. Это вы увидите стенку. Она у нас практически самая популярная стала. Сейчас вы увидите ее. Это самая большая наша стена. Вы ее, может быть, видели, кстати, в Инстаграме у нас. Или здесь на Ютубе тоже был фрагмент, который рассказывал как раз про ту стену. Посмотрите. Вот та самая стена, про которую мы говорим. Самая популярная, самая известная стена. Нам даже наши подписчики прислали название этого камня. Я его не знал. Вот наш подписчик прислал название Чиполлино Дулати. Книги надо читать. Путешествие в страну или в мир камней началось именно с этого мрамора. С этого потрясающего, большого и с этой возможности сотворить этот мрамор благодаря тем заказчикам. Ну, в общем, как вы видели в истории, закончили мы рисовать примерно часа в 3 ночи. Выпей аспирин. Которые взяли так и говорили, и не постесняясь, говорят, а давайте еще сделаем мрамор. Они не побоялись и получили результат, который превзошел все ожидания. Это был входной билет в театр. Театр на потрясающее представление. Это называется «Венецианская штукатурка. Имитация мрамора». Смотрите, наслаждайтесь впечатлениями. Делитесь этим радостным моментом со своими друзьями. Ставьте обязательно там пальцы вверх, там колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить. Может быть, мы что-то еще сделаем. Чем вы выше активничаете, тем больше я буду стараться вас порадовать своими видосами. И у нас будет обоюдное впечатление, обоюдное наслаждение жизнью, можно так сказать. Все, хватит болтать. Пока. Всем добра. Подпишитесь на канал, поставьте пальчик и колокольчик, и да пребудет с вами сила. Я говорю, Сережа сказал финиш, но он сейчас залезет куда-нибудь, возьмет какую-нибудь интересную штучку в виде другого инструмента и пойдет дальше что-нибудь добавлять. И все.